Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Заберем для начала все наши награды здесь. Так, отлично. 339 долларов и 4384 ДНК. Значит, нундагозавра мы, наверное, с тобой еще закажем одного. Заберем здесь. Так, у нас один готов. Так, слушай, ну можно, в принципе, наверное, сейчас посмотреть, получилась там эволюция или нет. Должна произойти. Да? Что за фигня происходит? Я не понимаю, ребят. Так, ну-ка давай сами тогда доделаем. Ну, дотянули, наконец-то. Нормально. Так, поместили. Одного прокачаем сейчас, секундочку. Ну, нундагозавр, он у нас где находится? Где-то тут, я помню, вот он ползает. Так, эволюция. Нам заказать эту эволюцию, что ли? Ладно, давай закажем. 47, а если мы быстренько закончим? Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Блин, это еще 47 бакинских, блин, дороговато. 1 час 59 минут, то есть 2 часа он будет делаться, да? Ну ладно, допустим. Допустим, он будет делаться. Сколько нам здесь нужно? Здесь прокачиваем до 20-ки. Плюс еще 20-ка. Так, смотрим. 20-ка. Это 30-й уровень будет. Значит, нам нужно еще 4 штуки. Ну, давай тогда заказывать. Ну, а что поделаешь? Карнотавра нужно прокачивать до 40-го уровня. Где же ты? Не понял. Не понял, подожди-ка. Карнотавр. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Хищники. Гигантозавр, тирана, титан. Кстати, мы можем тоже его ввести. Он, наверное, скорее всего, за ДНК у нас, да, идет. Супергибриды. Блин, да как там делается-то? Ладно, давай, наверное, проще сделать. Нам вот так вот будет. Еще одного закажем. Вот. И надо будет еще в конце двух попробовать заказать. Они выводятся 3 часа 21 минуту. Тут 11 часов надо подождать, скафагнат будет готов. А этот у нас будет через один день 6 часов. Прилично, конечно, еще в ожидании нам быть. Здесь забираем награды. Собрать моды. Один мод нам надо добрать. Сделаем это, наверное, вот тут, за еду. Так, давай, Дельта, что-нибудь подкинь нам. Нормальное, путевое. Так, это прочная кожа. Допустим. Забираем. Ну и надо будет нам ПВПшку сделать в каназойскую эру. Сыграть разными видами животными. Ну что, поехали посмотрим, что у нас тут. Только для обычных. Это испытать свои силы, что скрывается внизу. Два события, да, получается. Ладно, я с удовольствием начну, пожалуй-ка, наверное, что скрывается внизу. Плезиозух, плезиозавр и геозавр. То есть все водные. Ну тут понятно, тут надо брать нам плезиозавра. Сюда мы возьмем с тобой Архелона. А сюда мы возьмем... Слушай, а у нас только плезиозавр против пещерников рулит. Ладно, давай сделаем тогда в ответку Зуходуса. Погнали. Надеюсь, мы сейчас с тобой здесь победим. Нужно 3 поединка нам выиграть здесь. Так, сразу с атаки начну. Неплохо. Так, он, наверное, будет меняться. Так, точно. 25 уровень. Еще и атакует. Ну что, Архелон, выходим. Выходим и атакуем. Прекрасно. Опять меняет. Ой-ой-ой-ой-ой. Геозавр, друзья мои, вышел.
Мы тогда тоже поменяем. Раз, раз, вот так вот сделаю. Так, опять он меняет, да что ж ты будешь делать, а? То есть кто кого перехитрит, получается, да? Ладно, давай сыграем, я не против. Раз, два, раз, два. Ну и что ты будешь делать? Решил все-таки атаковать, да? Три в запасе у него. Три. То есть нам нужно сделать пять атаки. Пять атаки. Давай все сделаем. Все в атаку, ребята. Ух ты, жук ты навозный. Но этот нас сейчас ушатает, скорее всего. Плезиазух. У него классовое превосходство перед нами, как ты видишь. Допустим. Так, ну что, мы сможем его, интересно, ушатать или же нет? Не знаю, надо проверять. Да, мы его подобьем. Ну и выходит геозавр. Сколько ему нужно? Три. Три сливает. Ну и теперь все зависит от нашего заходуса. В принципе, должны ребята победить. Проверяем. И... да. Шикарно. Первая победа за нами. Это уже радует. Давай посмотрим, что у нас следующий за противник будет. Так, опять у нас тут код 19 загорелся. Надо его вырубить. Давай, Оуэн, сходи, проверь там что. Ну, а мы продолжаем. Да подожди ты. Ну что, у нас здесь мозазавр, леоплевродон и хайнозавр. Ну, здесь, в принципе, нормально. Здесь мы возьмем ромалезавра против этих, да? Двух. А вот против этого мы возьмем гигантского артакона. Можно, в принципе, даже как-то немножко перестраховаться. Вот, например, взять Лицихтиса. Но я, наверное, возьму банана Гномиуса. Да? Только сделаем тогда немножко по-другому. Так и вот так. Поехали. Сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Зачем я взял против этого? Да. Тут, естественно, нужно брать ромалиозавра. Мозазавр, такой гигант. Я манал, да? Меняется. Атаковать будет, нет? Будет, конечно, будет. Чтобы он и не ударил. Ну что, берем банана Гномиуса и тоже сделаем удар. На 656 неплохо звезданул. Ну что, ему остается менять опять же на... Да ладно! Фига ты, парень! Вот это ты выкрутас сейчас сделал, я тебе скажу. А, зачем, только ума не приложу. Что ты этим хотел доказать? Что ты груша для битья? Ради бога. Выбор был твой. Ну тут понятно, мозазавр, конечно же, нас уничтожит. Ему одну атаку надо потратить. А он три тратит. Все, подписался бессмертный приговор. Но, правда, не от гигантского артакона, а, естественно, от ромалиозавра. Мы с тобой меняем. И нужно нам провести, по-моему, две атаки, да? Раз, два. Этого нам за глаза и за уши. Плюс сделаем вот так и защита. Все, не кряхти, не ори там. Ну и выходит последний, это хайнозавр. 149 атаки. Всего 149 атаки. Ну что ты сделаешь? Ничего. Значит, мы его уничтожаем. У нас с тобой 6 очков действий. И я все это перевожу в атаку. И 2 его защиты не помогает ему, потому что мы пробиваем. Вот так вот. Второй поединок, как по мне, ребята, самый простой был. Но еще третий остается, а у меня динозавров уже
не осталось. Придется, наверное, тратить баксы. Сейчас посмотрим, кого там дадут. Так, ДНК мы с тобой забрали. И здесь аромалиозавр. Так, ну здесь я возьму Артакантуса, например. Кстати, против Генодуса он тоже зайдет. А вот против Артакантуса нам нужен будет Плезиозавр. Вот так вот. Ну и на крайний случай можно, в принципе, взять. Блин, Артакон, он дорого, наверное, стоит по возвращению, да? Сколько у нас этот? 47. А, например, Артакон 62. Ну, а этот 31. Давай банана Гномиса возьмем. Поехали. Слушай, мне кажется, здесь тоже будет победа за нами. Рамалиозавр, да? Сразу начинаем с атаки. 548 наносим урона. Что очень хорошо. Надо было, наверное, нам брать банана Гломиуса первым. Так, он берет Артакантуса, ну это понятно. То есть поменялся на моего же, да? Мы сделаем с тобой вот так. И возьмем бонусные очки. Ну что, Артакантус, естественно, меняешься. Опа, взял Генодуса. Он взял Генодуса. Ну что, нам придется опять с тобой поменяться. Слушай, если я сейчас ему пропишу... Ох, это будет здоровски. Ну, попробуем. Да, мы его вырубаем. Ну и выходит опять же Рамалиозавр. Атака, ну, как тебе сказать, может вырубить, если все сольет. Так он делает. То есть теперь мы его добиваем с помощью нашего второго, да, Артакантуса. То есть две атаки всего нанести. И бонусы. И все, ребята, и победа у нас уже в кармане. Тут он уже ничего не сделает. Артакантусы, они у нас на равных. Просто единственное, что у меня 10 уровня, а у него 3. Соответственно, у меня и атака будет помощнее. А сделаю я немножко, наверное, похитрее. Хотя Артакантус бьет больше, чем Плезиозавр. Так что влупляем. И победа. Я не знаю, на что он там рассчитывал, но он проиграл. Все, друзья, забираем награды и идем на второе испытание. Ну давай, что-то там. Так. Вы получаете 400 ДНК, неплохо, 100 баксов, вообще круто. Дали Хори Хопс, вот как, величать. Да такой у нас был. Слушай-ка, 325 очков доверий. Он у нас открыт, но он, по-моему, и был у меня открыт, насколько я помню. Ну что, испытай свои силы, говорят здесь. А, это один на один. А, ну что ж, давай я испытаю свои силы обязательно. Возьму Ютараптора. Давай начнем с него. Кто ходит первым? Он. Окей. Будешь бить? Нет, не стал. В принципе, логично. Так, две, если он потратит, фигня. О, какие две, у него уже 3 будет. Все, профукал, ребят. Да ладно, почему-то не стал ему бомбить. Раз, два, раз, два. 4. Тут, как я помню, ребята, кто быстрее расколется, да, тот и проиграл. Давай рискнем. Отлично. Победа. Я рискнул, и все у нас получилось. А мог бы простоять. Но он бы меня мог бы уже на втором ходу, честно говоря, уничтожить. Но он решил подкопить очки бонусные. Ради бога. Так, давай дальше двигаться. Второе испытание. Так, здесь я хочу испробовать, наверное... Карнат... Нет. Пахицефалозавра возьмем. Давай посмотрим. Травоядники. Как тут пойдет дело? Опять он будет ходить... А, нет, я хожу первым. Ладно, я беру бонус сразу же.
Так, 65 и 65, это получается где-то 130. Он, естественно, ничего не стал делать. Проверка на прочность, на вшивость, я бы сказал даже. Но ничегошеньки не делает. А мне нужно ему нанести 3 прямых попадания. 100% он взял 2. Это 180. Давай рискнем. Сегодня риск очень сильно оправдывается. Молодец, молодец. Так, ну что, вторую битву мы тоже с тобой выиграли. Пока идем без потерь. Погнали тогда дальше. А здесь попробовать можно Велоцираптор мод 2. Давай-ка глянем, что у нас из этого получится. Он ходит первым, ну. Сразу с атаки начинает, так, жук. Знает, что мне 148, это будет маловато, да? Ну-ка проверим. А чё ж ты не стал атаковать-то, а? Как трус последний убежал. 148 и 140. Если он 2 атаки мне сделает, мне будет труба, да? Так, смотрю, смотрю, что он будет делать сейчас. Ну вот и все. Вот, друзья мои, этого я как раз и ждал. Он раскрылся. И теперь за это получает по полной программе. На тебе. Замечательно. И остается последний поединок. Надеюсь, мы также с тобой отличненько его проведем. 50 ДНК зарабатываем. И последний поединок. Так, здесь мы возьмем с тобой Афия Камима. Но это, ребята, честно говоря, тут кто быстрее, кто первым будет ходить, тот, наверное, и победил. Тут нельзя пропускать ни одной атаки. Ух, ни одной атаки нельзя пропускать, поэтому берем защиту. Он сейчас тоже ходить не будет. А, нет. Ну тогда все, ребят. Тогда ему кранты. Поехали. Пока. Довольно предсказуемо было, но я, честно говоря, не ожидал, что он будет ходить на первом же ходу. Бить в блок. Ну что, давай посмотрим, сколько ДНК нам с тобой выпадет. 300, ладно, ладно. Не самый худший вариант. Ну и в событиях у нас больше ничего нет. Только вот схватка чемпионов, которую я не решаюсь до сих пор сходить, потому что деплотатор у нас в отключке. Да и, как говорится, и нундагозавр еще не прокачан. Да что ты со своим кодом-то, а? Так, здесь забрали награды. Тут-то у нас что, тоже награды? Окей. Все это забираем. И сделаем с тобой ежедневки. Ежедневки. Так, значит, нам нужно использовать 3 разных в PvP. Погнали. Каназойская эра. Ребят, тут все без изменений. Уртинотериум, да, мамонт и эриматерий. Все идет по стандарту. Выиграем или проиграем, все зависит от нашего, как говорится, противника, соперника. Если слабенький, то выиграем. Если сильненький, то проиграем. И, как ты видишь, начинается вот у него Дипротодон. В общем, напихали мне тут по полной, блин, программе. Ну и чего? Блин, ну жестко. Жестко, что я могу сказать? Атаковать его сразу. Давай, наверное, бомбанем. Посмотрим, что будет делать Индрик Коцер. Он меняет. Он меняет, ребята. Берется Дипротодона. Почему-то я не удивлен. Еще и атаку сделает, да? Атаку он не стал делать. Что очень хорошо. А здесь я возьму бонус.
Ну что, будешь атаковать? Вряд ли. Скорее всего, поменяется. Опять же, возьмет Андрей Коцера этого, да? Ну, естественно. И вынесет меня с удара. Удивительно, что он этого не стал делать. Че, пора, наверное, с ним завязывать, я думаю. Достал он тут уже шоркаться. На тебе. Зато у него сейчас очков сколько будет этих бонусных. 4. Сейчас он нас ушлепает. Ну да. Бедный мамонт мой, а. Ну вот как тут быть? Тут только вот так вот нам, наверное, поможет. Раз, два, раз. Смотрим. У него опять же 4 очка действий. Я сомневаюсь, что он сейчас будет все сливать. Это будет глупо с его стороны. Копит. Он пошел копить, ребят. Давай я так сделаю. 6. Ну, 5 сливай. 5. Ага. 5 слил. Остается у него 2. 2 очка действия. Нам нужно 5 и еще 2. 7. Все, чтобы сливать. Ну это же глупо. 2, 3, 4, 5. Раз, 2. Ну давай 6. Так, здесь мы ушатали. А вот что дальше-то будет твориться? Саркастодон. Нифига себе, барсук вышел. Он не стал атаковать, прикинь. Раз, два, три. Ну, проверим. 7. Друзья мои, если он сейчас... Да он, если все сейчас сольет, все, мне крышка. Меня тут уже ничего не спасет. Да. Нет, все, друзья, тогда получается ему хана. Твою ж дивизию, серьезно, что ли? Да? Да, ребята, мы выигрываем. Ничего себе, я сам не ожидал, что вот так вот получится. Я думал, что все, нам кранты. Но нет. Замечательно. Просто замечательно. Так, приз любителя. Ага, выпадает 6000 монет. Окей. Ну и еще разочек крутанем. Давай, 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 еда. А, нет, деньги. Так, и забираем с тобой все награды. Так, и пак. Ежедневный наш пак. ДНК. Так, 35 долларов и диплодок. Плюс 95 очков доверий. Слушайте, друзья, наверное, в следующей серии, ну, может быть, через серию, мы с тобой опять откроем золото. Очень быстро у нас с тобой копятся очки доверия, и это круто. Причем у нас с тобой не премиум, а обычный. Обычная игра. Так, здесь у нас точно все сделано? Ну, да. Конечно, хотелось бы, ребят, вот эту вот схватку чемпионов пройти, но для этого нам нужно подготовиться. Тем более, она у нас очень часто выходит. Нам нужно с тобой подготовить как можно больше именно рептилий. Только после этого мы сможем здесь проходить вообще, не задумываясь ни о чем. Ну, тратиться я сейчас пока не буду. Пускай все идет своим чередом. Единственное, что... Так, где у нас инкубатор? Сколько здесь? 40. Давай. Твою налево, а. Как специально вот тянут резину, а. Все, завершили. Молодцы. Забираем с тобой нондогазавра. Прокачиваем его до 20 уровня. И заряжаем на следующую эволюцию. То есть это будет только лишь 30 уровень. В плане, посмотрите, результаты. Я что, за баксы, что ли? Зашибись, я активировал, даже сам того не увидел как.
Это будет 30 уровень, да? Ну, 30 уровень это еще мало. Также вот этого надо будет прокачать до 40-го. В общем, есть еще чем заняться. Ну что, друзья, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!